Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет с вами необычное видео. Мы делаем микс, мы сделаем распаковку посылки, которую мне прислали с сайта Grand Stock, и покажем, чем пользуется наша дочка. Воспользуемся ситуацией, пока она в универе, и полазим у нее в косметике и в уходовых средствах, заодно сделаем ревизию, чем же пользуется моя 21-летняя дочь. Пойдемте в ее комнату. Кто был уже на нашем канале и смотрел обзор нашего дома room tour, вы знаете, что здесь у нас детская, и здесь осторожно живет злая собака. Вот, кстати, эта посылка, мы ее чуть позже распакуем или сразу распакуем, посмотрим. Как, Миш, сразу? Тогда я возьму ножницы. Вы знаете, что я очень люблю создавать уют в доме, и я всегда выбираю какие-то вещи, подходящие под интерьер, по хозяйству, и когда мне предложили попробовать продукцию с этого сайта, то я, конечно же, очень-очень обрадовалась, потому что еще много чего нужно нам домой для того, чтобы все это обустроить и сделать красивым. Как видите, у нас еще нет кровати, нету некоторых шкафов, даже люстр нет. Так, вот такая гигантская посылка. Как раз пока Вера не верила, а тут ей посылка. Да, тут ей есть подарочки, поэтому мы сейчас посмотрим, как раз что пришло. Так, я боюсь просто повредить внутри продукцию. Вообще с распаковкой я не очень дружу всегда. А, вот как надо делать. Так, готово. Ух ты, внутри сколько еще всего. И с этой стороны. Итак, я выбрала две подушки. Подушки запакованы в чехлы. Вот такие вот большие белые 50 на 70. Надеюсь, что эта подушка понравится, потому что до этого я выписывала подушки из верблюжьей шерсти. На них было спать неудобно. Это, как бы, мне кажется, более удобная подушка. Тут есть инструкция, как пользоваться, спать. Итак, лебяжий пух и микрофибра. Отлично. Я выбрала размер 50 на 70, потому что, на мой взгляд, это самый удобный размер. Как раз можно и так ее класть. Супер. Давайте посмотрим, какое качество у изделия. На примере вот подушки. Ткань такая красивая, все хорошо отстрочено. Есть молния. Молния удобна тем, что можно расстегнуть, например, вынуть содержимое. Ой, какое мягонькое все. Вынуть, постирать чехол и заново все наполнить. Мне очень нравится в ивановских изделиях вот это вот соотношение цены и качества. Оно всегда на высоте. Мы часто заказываем все вот из ивановской фабрики. И еще, что здорово, в описании под этим видео вы найдете промокод на скидку 10%. Это подарок от интернет-магазина Grand Stock. Итак, подушки две. О, классно! И мне нравится то, что они в сумочках, это очень удобно. Далее полотенце 40 на 60. Я выбирала серый цвет. Надеюсь, что это такой серый будет, потому что на первом этаже в санузле у нас кафель серый, и хотелось подобрать полотенчик, да, вот именно такой цвет хороший, то есть чтобы он был серенький, такой неброский, но маленький акцентик все же мне понравился. Так что это будет отличное полотенце для рук на первый этаж, потому что мне оказалось, что нету ни одного белого, ой, то есть серого полотенца. Так, что здесь еще? Очень интересная штучка, хотела посмотреть. Наволочки для подушек декоративные. На сайте мне понравилось то, что выглядит, как будто это акварельная роспись. Так, подушка небольшая, то есть наволочка такая небольшая. Мне кажется, я чуть-чуть другой рисунок выбирала, а может быть нет, не помню. Я помню, что черная хотела. Вот такая вот наволочка небольшая с молнией. То есть мы сюда можем вставить как раз любую подушечку, которая будет замечательно украшена вот таким вот рисуночком, как бы под акварель. Отлично. И тут у меня всякие бумажки накладные.
И еще один чемодан. Здесь сюрприз, как раз сюрприз для дочки на матрасник. Как видите, у нас матрасы есть, а на матрасников как раз вот пока и нет. А я считаю, что нужно все-таки матрасы закрывать специальными наматрасниками для того, чтобы защитить их от вот этих вот лохматых ушастиков, которые у нас везде лазят, да, и спят на кроватях. Потому что матрас постирать невозможно, а вот на матрасник, да, именно его можно снять и постирать. На матрасник тоже в чехле. Вот такой вот он тепленький, ровненький. Вот такой классный. Верблюдики везде нарисованы. По бокам резиночки для того, чтобы зацепить за край матраса. Я вам сейчас на краешке прям покажу, как это нужно делать. Так, подушку сюда. Ножницы сюда. То есть мы вот так краешек поднимаем. На матрасник укладываем. Так вот, раз. И зацепляем резинкой. Все, сверху простынь. Все замечательно. То есть, если тут кто-то, да, что-то будет лежать или что-то делать, то на матрасник потом сняли, его почистили или в химчистку, или постирали. То есть, все это очень круто. Фух, я рада, что у нас теперь появились такие новые вещи, которые будут помогать нам лучше жить. Ну а теперь перейдем к просмотру косметики. Чем же пользуется наш ребенок? Посмотрим. Итак, я обнаружила в комнате коробочку и косметичку. Так, давайте сначала посмотрим, что в коробке. Это нам знакомые крема для рук. Это Oriflame. Кстати, вот это уже крем с прошлого года. Мне очень он нравится. И она просто все обожает тюбики розовые. Когда у нас выходит что-то розовое, я ей всегда дарю. А это крем для ног. Хороший такой питательный крем с медом и миндалем. Я думаю, вы его многие знаете. Он такой густой, хороший. Я называю такие крема сытенькие. Он так хорошо напитывает ноги. У меня такой тоже был. И я на зиму обычно беру такие вот жирненькие, хорошие крема. Можно, кстати, и руки мазать, и ноги. Пахнет очень вкусно. Так, ну это что-то не Oriflame. Тоже крем для рук, но он пустой. А дело в том, что ей иногда подружки дарят подарочки на праздники. Ну тут я уже, я пыталась как бы ругаться, говорить, ты что? Ты предатель, мы же Oriflame. Она говорит, мам, ну если меня спрашивают, что дарить, я всегда говорю, что мне косметику, то есть ну что-то только, да, не связанное вот с тем, что можно заказать в Oriflame. Ну говорит, если не спрашивают, просто дарят. Ну что же, вот крем использовала, вот тут спрей, но этот спрей, она мне его, кстати, отдавала, говорит, мам, мне не нравится, ты, может, его заберешь, вот, ну, как бы тут какие-то блестки, видно, немножко пользуется, я говорю, ну, его есть только как освежитель воздуха в туалет поставить, вот, почему-то ей не понравилось, это из Бершки, смотрите, там есть блестки, ну, так, нежненький, сладенький аромат, ну, не знаю, почему не пользуется, а вот тут тоже мисс Oriflame, Miss Yes to Love. Тоже я ей дарила в прошлом году. Серия была, по-моему, к Новому году. Вот. Чуть-чуть еще осталось, где-то, наверное, третья часть. Ну, вероятно, пользуется. Тоже пахнет так приятненько. Так, ну это вам знакомые ароматы. Он The Edge Oriflame. Это уже, наверное, третий флакон. Тоже очень нравится. Такой прям аромат такой дерзкий. Вот. Классный для девчонок, супер, да я и сама его очень люблю. А это ее любимчик Love Potion Secrets. Secrets, что ли? Я же забыла название, Мишта, счекивай. Да, Love Potion Secrets, шикарный аромат, вот эта вот сексуальная капля. И аромат нам нравится обеим, потому что в нем вот сочетание белой клубники, белый шоколад, белые цветы, то есть все такое вот нежное, классное. Так, это я не знаю, что это такое. Кстати, восстанавливающий бальзам с ароматом арбуза. Даже не знаю, какая фирма. Давайте подглянем. Пахнет арбузом, правда. Только я не знаю, для чего этот бальзам. Как жвачкой пахнет. Не знаю, что им помазать. Руку помажу, пусть восстанавливает мне руку. Непонятно для чего.
Нашла, убирает шелушение, трещинки на сухой коже, губ, лица и тела. Вот так вот. Ну, интересно. Кто-то, наверное, подарил. Так, здесь масло чайного дерева. Вот масло, у нее расход идет где-то в месяц, флакон уходит, потому что она мажет там всякие воспаления, там вот на лице, на теле, если что-то вылазит. Красивые резиночки и смягчашка. А смягчашка не ароматизированная, хотя в нашем доме это большая редкость, потому что мы обычно все время заказываем все с ароматами, вкусненькие разные. А для чего смягчашка, надеюсь, вы все знаете. Это для того, чтобы помазать губы, кутикулы, колени, локти, пятки. То есть очень хорошее средство для того, чтобы все-все-все смягчить. Я даже говорю как-то шепотом, вдруг она сейчас придет. Так, прячем, прячем. А, вот еще коробочка. Это тени. Тени присылали мне на обзор с AliExpress. Но так как я пользуюсь тенями Oriflame, мне они очень нравятся. А у меня она взяла коробочку. Хотя Лера практически вообще не красится. Видите, вот она берет какие тени. То есть это то, что вот с блесками, а она их наносит как-то вот на внешние уголочки глаз. То есть вот как-то на скулы, то есть чтобы просто сияло. Видите, два оттенка всего использует. Ну, нравится, красиво, модно, да, так современно, вот так, если вот намазать везде. Вот, наборчик, конечно, классный, кстати, ничего не хочу сказать против этой, вот этого набора, потому что мне понравились по качеству тени, я тоже обзор записывала, если не видели, можете посмотреть на моем канале. Кто там? Крем тоже? Ну, я не дотянусь, это крем для рук Oriflame. Так, переходим к косметичке. А, кстати, косметичку я из Питера привозила в подарок. Ну-ка, 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 что здесь увидим? Так, вижу сразу не Oriflame, это все Oriflame, Oriflame, Oriflame. Кисточки. И это не Oriflame. Итак, поняла, для чего ей смягчашка. Здесь еще не ароматизированная. А, я видела, как она это делает. То есть она на смягчающее средство так наносит смягчашку. На зону там веки, вот где-то там, куда она хочет прилепить вот эти вот блестки, на скулы куда-то там. И вот такие вот блестки она вот так вот приклеивает на смягчающее средство. Ну, молодежь, это красиво, и они держатся хорошо. То есть это и безопасно, то есть никакой там специальный клей. А я так понимаю, что это блестки для ногтей, чтобы делать какой-то дизайн маникюра. Так, это наш с манго блеск для губ, маслица даже для губ, пользуется. Постоянно ей такие заказываю, разные вкусы, то кокос, то дыньку. Вот все время это есть. Правда, вкусно пахнет. А вот это вообще сняли с производства. Кто помнит эти тени? Тени Зеван. Такие вот блестючие. И вот она их тоже как стрелочку иногда красит, я вижу. Но это прям красиво. Просто у нее такие глаза яркие, выразительные. В основном она красит их только тушью, тушь и брови. И даже не пользуется помадами. Как видите, вот она у меня недавно забрала вот этот стик. Но она не использует тени, а использует только вот для губ вот эту вот помаду. И то я прям видела буквально несколько раз, потому что, ну, реально, губы вообще не красит, только бальзамчиками. И вот этот ей понравился. Недавно она у меня его прям попросила. А, он так вкусно пахнет. Это бальзам, он колоровский. И у него цвет такой нежненький, смотрите. Где показать? Тут на руке где-нибудь. То есть у него нежный такой перелив. И он хорошо увлажняет губы. Поэтому вот он нравится девушкам молоденьким. Так, что мы еще не посмотрели? Кисточка для бровей. А здесь у нас гель для бровей и ресниц. Вот когда он такой уже грязненький становится, то им только брови мы используем. На реснички уже не пользуемся. Для чего нужен этот гель? Он хорошо укрепляет ресницы. Вот я стала пользоваться им в последнее время, прям не ленюсь. И если делать каждый день, то получается, что ресницы становятся такие пушистые, объемные и длинные. То есть вот я его проверила за много лет использования. Очень классное средство. Так, это ее любимая тушь. Извини, быстро листаю. Любимая тушь термосмываемая. У нее большая пушистая кисть. Такая вот огромная кисть. И Лера говорит, что это самая классная тушь, которую она пробовала в своей жизни. Ну,
не так уж и много туши она пробовала. Ну, орифлеймовские практически все, потому что я всегда покупаю новинки, она их тоже пробует и говорит, это лучше. Что значит термосмываемая? То есть вы ее красите, как обычную тушь, а потом снимается она такой сильно теплой водой. Просто нужно смягчить ресницы и пальчиками снять, как платьишко с ресничек. Не остается никаких следов, не надо специальных средств для снятия макияжа. Просто вода, и все. Это, конечно, чудо. Узнаете? Эта кисть была в какой-то коллекции ко дню влюбленных. Она приходила в очень красивой коробке. Я себе такую купила и Лере подарила. И вот реально я ее купила только из-за красоты. Мне она не нравится. То есть мне ей неудобно пользоваться, потому что как бы тональное средство ей не очень удобно носить. Для пудры румян она слишком набивная. Ну вот Лера пользуется румяшками. Вот тоже недавно, кстати, она взяла румяна у меня. До этого вообще не пользовалась. Тоже еще из старой коллекции Color Box. Такие нежненькие румяшечки. Розовенькие, такие приятные. И вот ей они очень идут. То есть она прям чуть-чуть добавляет на кожу. Кожа у нее светлая-светлая очень. Так, здесь, наверное, пудра. Угу. Пудра Giordani. Такой светлый-светлый оттенок. Потому что кожа светленькая, и ей она не загорает. И поэтому вот... Кстати, а где тональная? А, вот, тональным кончается. Вау, надо будет заказать новый. Обычно она так делает. Мам, дай тоналку. Я говорю, какую? Ну, у меня кончилось. А где я возьму? Надо заказывать. И у меня сразу паника. Как это мой ребенок не обеспечен тональным средством? Вот такое вот средство тональное. Биби крем. Он колор очень классный. Ей прям он очень нравится. Тут вам покажу немножко. Смотрите, он легкий-легкий. То есть у него прям такая прозрачность хорошая. Просто он делает ровный цвет лица и немножечко его оживляет. То есть, если кожа вот совсем светлая, мы взяли самый светлый оттенок Fire, вот, хорошо оживляет тон. Так, для бровей это всегда должно быть. И смотрите, как она вот сейчас использует вот это вот темное и отдает мне, потому что я пользуюсь только светлым тоном. Это воск. И вот тут внизу есть две кисточки для того, чтобы прокрасить. Видите, пользуется. Я, например, не люблю кисти из этого набора. Я беру себе длинную кисть, и я ей только наношу. Ну, раньше, да, вот такими тоже пользовалась. Крутой наборчик, но я так понимаю, он уходит у нас из коллекции Oriflame, теперь будут помадки для бровей. Так, это бальзам для губ тоже. Кстати, мне он не понравился. То ли так совпало, то, что у меня губы начали шелушиться в тот момент, то ли у меня на него такая реакция. Я начала пользоваться, и у меня как бы такое вот шелушение на губах появилось. И я говорю, Лер, попробуй, может быть, он тебе подойдет. Она взяла, говорит, мам, все отлично, не знаю, что ты к нему придираешься. Ну, как бы вот не знаю, с чем это связано. И здесь какой-то у нас продукт, даже не пойму, какая это компания. Может быть, вы разберетесь. Essence написано. А это, так я понимаю, корректирующее средство. Я не знаю, почему она им пользуется, потому что у нас классные корректоры. Может быть, он плотнее как-то. Ну, кстати, это, наверное, консилер. Есть какая-то запись? Да, консилер для лица. Вот давайте попробуем что-то перекрыть. Вот венку, например. Слушайте, ну я не вижу разницы, что вот орифлеймовский консилер также отлично все. У нас даже тональное средство любое так перекроет, что этот. Ну так приятненький. Пахнет, пахнет не очень, мне нравится запах. Я к запахам капризная или я привыкла к ароматам орифлейм. Мне кажется, они такие все естественные, натуральные, безопасные. А ко всей вот косметике других компаний я всегда отношусь очень настороженно. Поэтому, как видите, вот это редкость в нашем доме, но бывает, что-то добывает. Так, а теперь пойдемте в ванную, потому что в ванной уходовая косметика. Итак, для удобства я купила такие маленькие контейнеры, они с ручками, и в них мы вот разделили, где чья продукция, чтобы удобно было там, например, взять и пользоваться, и чтобы не было захламления на раковине или на ванной. То есть мы все убираем в шкафчик, и все. Да, я вот люблю, чтобы был порядочек. Так, посмотрим, что у Леры здесь. Лак для волос, Oriflame серия Hair X.
Ну, редко, наверное, пользуется. У нее волосы настолько густые, что они не дают делать кудри. Очень классный продукт. Это CC-крем. Вот мы его все время заказываем. Он снимает статику, лучше расчесываются волосы. И вот так прям пользоваться. И брызгаешь, и крем выбрызгивается, распыляется. Потом надо растереть вот так вот и вот перенести на волосы. Можно прям вот на сухие. Видите, я сразу вам показываю. Перенести на волосы, он впитывается, и волосы расчесываются лучше, у них блеск появляется, они что еще, напитываются, да, то есть волосы становятся по качеству лучше, поэтому мы вот CC-крем этот очень любим, всегда берем. Это сухой шампунь для волос, воняет ужасно. Вот я его ненавижу просто, хоть из дома беги, но он реально, вот он для жирных волос, он хорошо снимает вот этот жир весь, и волосы выглядят сразу более чистыми и ухоженными. Ну, то есть вот такая вот штука, ну, запах мне не нравится, хотя Лера говорит, что запах нормальный. Так, этот продукт уже даже сняли с производства, он прям полный, наверное, не пользуется, надо его, может быть, выкинуть, скажу, чтобы перебрала. Кстати, зачем его сняли с производства, я не знаю, потому что пользовался у меня популярностью, мы всегда его брали, это средство для сушки волос, для термосушки, чтобы там, фены, да, этот горячий воздух не портил волосы, и, например, накручивать бигуди какие-то, то есть завивки делать, то есть распылил его на волосы, на влажные, просушилась, закрутилась, то есть и как бы волос лучше сохраняется. Так, дальше. Ну, естественно, масло Элио для волос. Обычно у нас этих масел дома 2, 3, 4. Вот Лере очень нравится вот такое масло-спрей. Тоже могу показать. Оно, его распыляем на руку, вот так прям раз, раз. Растираем на ладошках и переносим на волосы. Вот просто переносим, не надо тереть так волосы, а вот я просто вот так вот переношу, с рук снимается все на волосы, они напитываются и становятся более гладенькие, послушные, ухоженные. Я, например, этим маслом спасла свои волосы, когда делала осветление. Даже фен орифлеймовский, кстати, приходил по какой-то акции, фен в подарок. Так, это что? Ой, а что, сломалось что ли что-то? Смотрите, крышечка отломилась. Мы обычно вот такие гели переливаем во флакончики от Novage умывалки. Надо будет перелить. Вот это гель для умывания с чайным деревом. Очень классный гель. Хорошо очищает кожу, пахнет вкусно. И не сушит, кстати. Вот у меня кожа возрастная, я иногда им пользуюсь, мне нравится, как он просто очищает кожу. Это тальк для тела с цветочным ароматом. Тальк нужно, смотрите, здесь фольга, надо будет повернуть, проколоть дырочки шпилькой, ну, парочку, например, а потом так закрывать. Открыли, тальк высыпали, нанесли на тело, да, куда вам нужно, на ноги, на тело, вот чтобы собрать лишний там пот какой-то, да, что, особенно летом, я вот тальки обожаю, все время пользуюсь. Ну и все, здесь массажер, кстати, тоже Орифлейм. И расческа тоже Орифлейм, очень удобная, с крючком. Так, ну и это еще не все. У нее есть тут свой ящичек. У меня мой вот тут наверху, но здесь мы уже с вами были, по-моему, да? А здесь вот у Леры, посмотрим, что у нее здесь. Вот есть вражеская продукция. Ну тоже, как говорю, дарит подружке. Так, масло Элио, прям остаточки. Скоро в пустые банки уйдет. Вот это более так посильнее. А здесь не знаю, что... Разглаживающее масло для тела. Какой-то Organic Kitchen. Ну, глянем. Как его открыть? Покажите. Слушайте, я уже тут все ногти сломала. Ну, как открыть, не могу найти. О, нашла. Понюхаем. Пахнет хорошо. Куда намазать-то уже? Не знаю, все перемазала. Ну, что-то вкусненькое прям. А еще такой дизайн, маленькая ведерочка, такое прикольное, да? Вот, наверное, пользуется, потому что видно, что у вас осталось. А здесь Organic Kitchen, питательный крем для тела тоже. Органическое золотое масло жожоба. Так, вот открывать, конечно, вообще неудобно. Я не знаю, у меня уже руки жирные, я даже открыть не могу. А, все, не открою. Дальше. О, что это такое? Какой-то гель. Гель для купания. Детский гель для душа. Весь блестит, блестит.
Классно. Капельку выдавлю. Благо, что здесь вода рядом, я сразу помою. Ох ты! А пахнет? Пахнет жвачками. Слушайте, вот я никогда не лазю, не имею такой привычки лазить у ребенка, потому что считаю, что это ее пространство, и как бы, ну, нельзя так, да, дайте смотреть. Главное, фен не намочить. Так. Все, поехали дальше. Что здесь еще? Ну, это маска, вы знаете, наша с какао. Шикарная маска для лица. Она питает кожу. Я ее, вот, кстати, недавно подарила. Смотрите, но мы обычно эту маску используем вдвоем, потому что ее много, и на двоих как раз хватает. То есть мы договариваемся, она мне говорит: мам, маску сделаем? Я говорю: сделаем. Все, идем, делаем вместе маску. Так, далее. Это мне присылали на обзор. Organic Zone компания. Масло для тела. Кстати, мне два присылали. Я одно попробовала, мне не понравилось. Ой, а это вообще новое. Это я ей отдала. Говорю: будешь пользоваться? Она: ну давай. Ну, оно вообще новое еще. Стоит тут, ладно, убираем. Просто все время что-то есть. Так, а здесь скраб для тела, кофе. Кофе какой-то. Это ей дарила подружка. Я еще помню, ругалась, что за фигня. Вот такой вот скраб. Ну, он, знаете, чем прикольный? Она делала, от него блестит кожа. То есть им сделаешь руки, ноги, и потом блестки такие. Ой, а как убрать, чтобы как было? Узнаете? Наша Baby O бальзамчик, я его вам всегда в обзорах показываю. Бальзам детский, для чувствительной кожи очень подходит. А у Леры кожа чувствительная, поэтому вот она его с удовольствием пользуется. Он очень классный бальзам. Так, это эмульсия против воспалений. Супер, вот просто супер. У меня редко-редко вылазят прыщики, но я вот беру прям вот аппликационную, вот так вот прям маленькую капельку. Ой, это много. У него, правда, мне запах не нравится какой-то специфический. Маленькую капельку нанесла вот так вот на прыщик, просто оставила, и оно впитывается пока до сна, там, ну, где-то 20-30 минут. Утром встаешь, прыща нету, нету вообще, как будто его и не было. Так, дальше это маска питательная с ягодами. Я ее очень люблю, она и пахнет вкусно. И эта серия наша Optimals. И она так классно напитывает кожу. Мы ее вот уже несколько раз брали. А тут, смотрите, целая галерея масок. Маска пленка, маска с чайным деревом, маска скраб, кокос и алоэ, и ягоды годжи, и органический овес. Мицеллярка ее любимая. Далее, это для губ. Маска скраб, просто фантастический продукт. Я себе взяла, и Лере подарила. Это что-то невероятное. Просто какие губки становятся. Так, это крем для интимной гигиены, то есть после всего надо намазаться. Так, а вот сюда как раз мы выливаем геля. Я отдала ей флакончик от Novage, свой старенький, и она, когда гель берет, в обычно вот они в таких тюбиках умывалки, она переливает с дозатором, потому что, согласитесь, это намного удобнее. Маслица для тела тоже Baby O. Кстати, здесь его еще много. Наверное, не часто пользуюсь, но масло клевое, просто клевое. Блин, весь лак ободрала с этими флакончиками. Придется. Очень хорошая маслица. И главное, что подходит для чувствительной кожи. А это мыло. У Леры очень чувствительная кожа. И вот я ей всегда дарю какие-нибудь мыла наши, которые вот такие нейтральные. Ей очень нравилось наше с миндалем мыло. Ой, и еще вот два продукта. Это крем для кожи вокруг глаз Optimals. Вот видите, мы вместе пользуемся. Я иногда его беру, когда у меня отек, например, на глазах. Я утром встаю, вижу, что прям опухшие глазки. Я его наношу, потому что отеки снимает круто. И вот та самая смягчашка, которая с вкусным вкусом. А какой здесь вкус, я не помню. Ой, не могу понять, но что-то очень вкусненько. Не мед точно. А, абрикос. Все, поняла по запаху абрикос. Вот, все, полазили. Мы молодцы. Вам понравился этот обзор?
Я под видео в описании оставлю ссылочки на интернет-магазин Grandstock. Посмотрите, там и одежда есть, и для дома костюмы классные, там постельное белье, там всего просто вот навал. Честно говоря, у меня прям глаза разбегались, что взять. Но я вот взяла самое действительно необходимое, то, что нужно как можно быстрее. Вот. И пишите ваши отзывы, что вам интересно, может быть, еще посмотреть какие-то идеи. Мы вам все покажем и расскажем. Я вам желаю отличного настроения, до новых встреч. Да, лайк поставьте и подписывайтесь на наш канал. С вами была Лилия и Михаил. Тебя видно в отражении? Нет? А вот мы. Пока-пока.